Ставрополье не только житница России, но и одна из ее химических лабораторий. Работники химической промышленности отметили свой профессиональный праздник. По традиции глава края Владимир Владимиров поздравил сотрудников отрасли и вручил заслуженные награды. Сегодня на этом поприще в крае трудится порядка 20 тысяч человек. В регионе два крупных химических центра – в Буденновске и Невинномысске. Доля этого вида производства в промышленности региона составляет почти 40%. Производство сложное, опасное. Я там работал, и были происшествия, были какие-то нестандартные ситуации, аварийные ситуации. Я бы очень хотел, чтобы никогда у вас не было этого в жизни, на производствах, в тех лабораториях, где вы работаете. Я бы очень хотел, чтобы тот достаток, который нам дает химия, денег никогда не хватает. Но чтобы он был достатком, достойным, серьезным.